Минприроды края разработана информационная страница проекта «Экология Камчатского края». Сейчас осуществляется ее информационное наполнение. На странице проекта размещен план основных мероприятий экологической направленности на 2022 год. В этом плане желающие могут найти любые мероприятия, запланированные к проведению в этом году, начиная от конференций и заканчивая различными экологическими акциями и субботниками.